Туристический информационный центр «Welcome Конаково», созданный в нашем городе в 2019 году, знакомит жителей с красотой родного края и Тверского региона. На сегодняшний день разработано 10 маршрутов по Конаковскому району – гастрономические, экстремальные, познавательные. Команда продолжает открывать новые горизонты. Недавно конаковская делегация посетила город Калязин Тверской области. Это одно из правил команды ТИЦ – любой маршрут сначала испытать на себе. Калязин – город, который активно развивается в туристическом направлении. Поводов посетить этот уголок с каждым годом становится все больше. Сегодня мы побывали в музее улитки, где мы не только посмотрели на настоящих улиток и на процесс, как их выращивают, но и также их продегустировали. И самое интересное, что это очень вкусно. А также для семей с детьми можно поехать в резиденцию Бабы-Яги, где проходят различные развлекательные программы. Ну и, конечно, как вы видите, чудо за моей спиной. Обязательно мы вам покажем экскурсию, где вы увидите эту колокольню и узнаете историю, как так получилось, что она прямо посреди Волги. Среди задач, которые ставит перед собой конаковский ТИЦ, не просто предложить продукт, а сделать его доступным и комфортным для жителей города. В этом заинтересованы гостеприимные жители Калязина. Добраться до места можно за 2 часа и отлично провести выходные.